6 Зверинин. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в такую ситуацию попали, значит, ехали по улице Московской со стороны улицы Куйбышева. Пересекали улицу Радищева, значит, были в левом ряду, поворот только налево. Но мы поехали прямо, сделали грубое нарушение. Вот. Хотим штраф, что делать? Как понять, хотим штраф? Но мы же нарушили. Так вас что, остановили? Нет. Ну просто мы порядочные люди, хотим как бы получить штраф. Куда подъехать? Мы вас оформить не имеем права, мы не видели факт вашего нарушения. Ага, ясно все. А кому позвонить можно тогда в таком случае? А кому вы позвоните? Вас никто оформлять не будет. Мы факт вашего нарушения не видели. Блин. Вы сейчас говорите одно, я нарушил, а потом что скажете? Но я не буду переобуваться, я так и скажу, что я нарушил. Не, извините. Блин, ничего себе. Ладно, понял. Для этого нужна видеофиксация вашего нарушения, хотя бы. А давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас развернемся обратно и на телефон сниму и покажу вам видео. Нет, спасибо, лучше не нарушайте больше. Ладно, удачи вам.